Сегодня в Барнауле случилось жесткое ДТП. Машина врезалась в столб и превратилась в груду металла. К слову, последние двое суток в крае выдались насыщенными на дорожные аварии. В них погибли как минимум 4 человека. Вечером в субботу на трассе в Топчихинском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В краевом ГИБДД факт ДТП подтвердили, но подробности пока не сообщают. Инспекторы отметили, идет проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Но, как пишут очевидцы в соцсетях, жертвами аварии стали сразу 3 человека. 2 мужчин погибли на месте, а девушка по дороге в больницу. Еще одна женщина находится в реанимации. В этот же день на Чуйском тракте водитель «Лады» в 20 километрах от Бийска не справился с управлением и слетел с трассы в кювет. По словам очевидцев, мужчина погиб. И, наконец, сегодня ночью в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина автомобиль BMW врезался в столб. На фото видно, что от удара машина превратилась в груду металлолома. К счастью, сообщают свидетели, в ДТП никто не погиб.